привет и немного не про политику, но про митинги и про политиканов. Малыши, которым не заплатили деньги за митинг. Помните, когда подставили меня, Лавунов, и Олега, моих кураторов и всех остальных? Что я вам хочу сообщить следующее. Тогда парохоботы не заплатили митинг, и вот этот главный парохобот Порошенко, который не заплатил за митинг, он, я не знаю, это его квартира, или это квартира его родителей, или он снимал, он ездит на двухдверной Хонде, ездил тогда в 2007 году, если не ошибаюсь, примерно плюс-минус 2006-2007 год, то он живет в том доме на Печерске, где Антошка, раньше магазин был прямо на самом углу Печерска. Вот, я не знаю, то есть, сейчас Антошка там есть или нет, я не обращаю внимания, там редко на Печерске бываю, то он живет вот как раз в этом доме, где магазин Антошка жил, точнее, на то время. И если кто знает, что это за чертило, потому что я даже уже не помню его имени, то он ездил раньше на двухдверной Хонде. Вот так вот, чтобы вы знали, кто был тот парохобот, шнырек Порошенко, который не рассчитался с вами за деньги. Именно он вас всех кинул, чтобы вы знали на будущее. Все, подписывайся на канал «Борец за свободу». Моня всегда вместе с вами. У Мони всегда только правда.